3 апреля в Гомельском горосполкоме пройдет открытый аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков. На торги выставлено 2 участка в Романовичах. На обоих нужно построить и обслуживать одноквартирные жилые дома. Начальная стоимость почти одинаковая – чуть более 5 500 рублей. Извещение с перечнем необходимых для участия в торгах документов доступно на сайте Гомель-Геодезцентра. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить также в землеустроительной службе Гомельского горосполкома по номеру телефона 310948 или в Гомель-Геодезцентре по номеру 419786.